Можешь, они меня перехватят, видишь, доказательства, сколько я снимаю обнаженки, она необходима. Работа в буддийских техниках, понятно, я закрою весь кадр. А что ж ты делаешь, я с ними доказательства? Мне шьют до того, как я, конечно, выйду на камеру, пусть это буйно помешанным мужиком, который явно не все дома. А же падает буйство, а снега обладает тоже техникой, внимание, то же самое техника, что и я. Понятно? Вот это важно знать. Вот, ну чем там происходит в вашем городе, герои? А вот вопрос такой невинный. Извините, да, я явно не заморозился. Мне просто хлеб не придется проводить какие-то другие процедуры, типа йога и так далее. Вот. Типа, значит, а что-то я должна прокламации вести сегодня. Мне вообще не устраивает никакой сайт. Не холодно ли мне? Да может быть у вас быть недомедятно. Понятно? Но если человек не вы, другой, пусть это фабрикует, значит он наемник. Так что официально у вас зима, вы смотрите на календарь, там все нормально. В России сейчас должно быть минус 15, это нормально. Я тоже, знаете, у меня такой скраб побой. У меня на 20-градусный мороз. Я делаю такие ритоты, которые ваши деваки никогда не оденут. Запугиваю имя Москву. Понятно? Здрасте. Запугиваю имя Москву. Понятно? Вот. В кружевных колготочках. Все.